большой привет! Сегодня готовим аджику на зиму. Вкусно, быстро и просто. Поэтому оставайтесь со мной и начнем готовить. Итак, для аджики мы подготовили острый перец и красный, и зеленый взяла. Работаю в перчатке, потому что, во-первых, красится, а во-вторых, острый перец, как бы не совсем красный сладкий перец. У меня здесь 5 килограмма целого перца и где-то 3 с копейками, почти 4 уже вот такого очищено. Все-таки семечки и плодоножки берут свою массу. И помидорки, и еще острый перец, который не поместился. Теперь это всю нашу массу будем пропускать через мясорубку. Еще сюда же добавим чеснок. Ребят, забыла сказать, помидоры можно взять любые, но мы взяли такие, как сливки. Они тогда более мясистые. Вот, получается больше мякоти, чем сока. Горло дерет от острого перца, только что его перемолола. Меньше сока, значит, меньше будем уваривать нашу аджику. Она будет более такая густая. Через мясорубку также пропустила чеснок. И все добавляю в нашу массу, в большую кастрюлю. Ставим на средний огонь уваривать. Так, в аджику добавляем сахар. И уже в самом конце добавляем уксус и будем выключать. Варила я аджику где-то 3 часа на среднем огне, даже на огне ниже среднего. Вот до такой густоты. Тут, в принципе, варить ее надо столько, пока вас не устраивает густота. У нее вот такая уже густая получилась, она еще немножко остынет. И буду разливать сейчас по банкам. Итак, аджика наша готова. Теперь мы банки просто закроем чем-то теплым, одеялом или какой-то курткой, для того, чтобы банки хорошенько настоялись. А завтра уже спустим их в подвал. Или можно хранить их на балконе, тоже хорошо хранятся, либо в кладовке. Главное, чтобы не попадали прямые солнечные лучи. Всем приятного аппетита, подписывайтесь, ставьте лайки и всем до новых встреч. Пока!